Прокуратура Кибрульского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве в отношении 53-летнего местного жителя. По версии следствия, фигурант в сентябре 2022 года распивал спиртные напитки с односельчанином в помещении летней кухни своего домовладения, расположенного в одном из сельских поселений Кибрульского района. В ходе возникшей ссоры хозяин домовладения взял кухонный нож и со значительной силой нанес знакомому один удар в область грудной клетки, причинив повреждение в виде одного проникающего слепого колото-резаного ранения, которое привело к смерти потерпевшего. Уголовное дело направлено в Приютнинский районный суд для рассмотрения по существу.